Знаете, так интересно было в рекламной афише, да, меня представили как писателя, кандидата филологических наук и только потом степиста. Это, в принципе, правда, да, но, знаете, как корабль назовешь, он так и поплывет, сами напросились. Значит, я сейчас буду не только танцевать, но и говорить. Я вам расскажу историю, которая со мной приключилась. Я просто шел по городу. Вдруг я замер как вкопанный, я увидел ее, прекрасную девушку. Вы знаете, впервые в жизни, я вам признаюсь честно, я не знал, что делать, подойти к ней или не подойти. Короче, стою, буксую на месте. Я уже почти ушел в сторону, но вдруг развернулся и подошел к ней. Вот он я. Мне хочется сказать ей, что когда я смотрю на нее, у меня голова кружится. Мне хочется бежать к ней. Я когда на нее смотрю, у меня мысли путаются в голове. Когда я на нее смотрю, у меня сердце бьется учащенно. Я это все хочу ей сказать, но пока что я просто стою и буксую на месте. Знаете, я пока отойду в надежде, что когда-нибудь я смогу ей это все сказать. На самом деле, вы меня можете поздравить, я ей только что это все сказала на зале. И если вы внимательно смотрели, если вы запомнили движение, то вы сейчас поймете, какая связочка получилась. Я вам сейчас ее покажу. Я точно знаю, почему я сам не свой, когда ее нет. Отчего ты сам не свой, когда ее нет? Я станцевал для нее эту связку 2 месяца назад. И после этого, вы знаете, события стали развиваться так быстро. Я почувствовал себя скакуном перед стартом на забеге. Точнее, даже не скакуном, а пегасом. Потому что она подарила мне крылья. Она выбивает опору из-под моих ног. Я постоянно как пьяный какой-то. Но в конечном счете я летаю. Потому что я счастлив от макушки до пальчиков. Но если вы внимательно смотрели и эту связочку, вы сейчас поймете, что получилось в итоге. Где-то высоко, 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 высоко над небом, там, где другая галактика.
что произошло потом, я вам не расскажу. Я вам станцую. Я надеюсь, что вы меня уже понимаете. Почему? Давайте наполнять наши ритмы смыслом. Давайте наполнять наши движения значениями. И тогда мы выведем тэп на какой-то новый уровень. Всем спасибо. Браво!